Первоначально снести хотели 4 березы, которые опасно накренились и грозили в любой момент рухнуть на дорогу. Это могло привести к обрыву электролинии, а также повреждению автотранспорта. Движение по дороге оживленное. Она соединяет центр Иваново с местечком Авдотино. В ходе работы обнаружили еще 2 аварийно опасных ствола. Приняли решение заодно спилить и их. Снос деревьев – это большая коллективная работа. В ней были задействованы сотрудники горэлектросети, подрядная организация, городского спасотряда и ГИБДД. Перекрытая улица вызвала негодование среди водителей, но чиновники мэрии объяснили, по-другому сделать было нельзя. Только так можно обеспечить безопасность. В исключительных случаях отдельным видом транспорта разрешали проехать. Мы здесь решили вопрос пропуска машин скорой помощи, экстренных каких-то оперативных служб. Опять же, здесь у нас были вопросы с похоронным агентством, которого сегодня запланировано мероприятие. Туда тоже беспрепятственно людей пропускает. И в то же время и госпиталь, который рядом здесь находится, также мы пропускаем туда какие-то ремонтные бригады и людей, которые пользуются услугами госпиталя.